Так. Итак. А как же Буба? Чего, блядь? Я не понимаю эти ваши мемы. Прокуратура. Я сила, я закон. Следователь Уланов, анти... Еще с ебальником, боже как? Мой, господи, блядь. Комитет национальной безопасности. Администрация президента. Чего, блядь? 5, пусть пока для вас мистер Стул постримит. Скоро. Сейчас. А, да? Дрейк не может говорить, там уже звуки включать. О, это я. Блять, у меня на ютубе стрим, ты меня АП подкидываешь. Блять, только бы не Дрейк рядом был, блять. Ёбаный рот! Все пройдет. Нет. В смысле нет, блядь? И все, да? Охуительные условия, потому что... Да, неплохие нарезки сегодня. Кашу, кашу, ты че, дурак, блядь? Не видишь, что я смотрю нахуй? Какая каша? Нет. Иди ешь кашу, заебал, ты че пришел? Кашу. А пузо там начесывает, блядь. Да, поднялся, да. Тут раньше отдыхал где? В Геленджике, блядь, сейчас в Турции. У меня ДР был 28. А, да? А, ну, я тебя поздравляю тогда с прошедшим. Вот. Поднялся, давайте за шефа выпьем, блядь. Анапа. Ну, это уж другой уровень, ребят. Турция, блядь. С днём рождения. Яхту у него видали. Спрашивает, что за еблана у тебя за спиной, мы не шутим. Да нет у меня никакого еблана за спиной. А! Блять, какие же... Сука, и вы три... Хуйня. Как... Чего, блять? Как реагирует чат Хелса на абсолютно все в этом мире? Шинима хуйня. Аниме хуйня? Ня. Уши хуйня. Уши хуйня. Я уёб. Ну тут по факту заебали уже, вот все хуйня. Реально. Где взять силы, чтобы помыть окна? ГДЗ по так, математике. Так, угомонись, ГДЗ, сядь и думай своей башкой. Какие проценты придут со вклада в банк 100 рублей? Бля, чё, все, блядь, дебилы? Бесподобный, великолепный Филипп Киркоров. Самая позитивная чё? Картинка это коронавируса. Кто? Как лишить своих родственников наследства? Стрижки. Кто-то очень долго и упорно набирает аудиторию. Так и чё? А кто-то просто красивый, поэтому его смотрит. Вообще хуйня. Ну тут по факту, реально, Мазелова чисто из-за внешки смотрит. Я сам иногда захожу на его стрим чисто посмотреть на него и все. Да, бля, реально. Где прежний Илья? Я скучаю. Deepin's Crush, блядь. Deepin, блядь, у нее еще и или у него Drake Navi. Deepin's Crush, ёб твою мать. Господи боже, блядь. Ой, блядь, ёбаный рот, блядь. О, вот это я понимаю, блядь. Буба Нави. Что за хуйня? Я убийца, Килуа, Килуа, Килуа. Что это за хуйня вообще? Где прежний Илья, мы по нему так скучаем. А у Ильи тоже появились эти долбоебы, которые, ну типа, алдами себя называют и воняют, соответственно. Вот, постоянно, что Илюха уже не тот.
А, это песня Курседа, все, господи. Никогда не буду прежним, просто я никогда не буду нежной. Алина, когда первый раз пришла домой, в смысле, не понял, блядь, сейчас. Блядь, что за хуйня? Я и понял, не было такой хуйни, что за... Чё, любовь двух котят? Господи, ёб твою мать. Заверсины Бубы, между ними разыгралась небольшая любовь, но кто знает, чем это обернётся. В процессе? Нет. Ну алё, где уведомление-то, блядь? Ай, похуй. Подожди, то есть... Я понял. Да мы поняли. Ты назвал меня Пуджом, но ты не играл лет уж 5 лет, как я. Я сосал на миду, еще сосал на суппорте. Выйдем 1-1, блять, в доте нахуй. Ты отсосешь мои сиськи, еще мои елки. Мальчик играл компьютер. У отца были на него другие планы. Что за бред, блядь? Блядь, это пиздец. Ну чё пишете, блядь? Я не гринжанул, но, блядь, испытал, типа, блядь, чё нахуй? Вообще странная хуйня. Вообще, мега странная. Мега странная. Чего? Чего, бля, реально? Ну это... Да мне похуй, чё ты сказал. Ну это... Чего, бля, реально? Да мне похуй, что ты сказал, блять, уебищ. Я говорю другу, чтобы он контролировал свою агрессию и перестал себя накручивать. Также это амеба, когда незнакомец спросил, как его зовут. Темс де пицца, спасибо. Че я или нет, блять? Мне с тобой не жить, мне с тобой не спать, мне с тобой детей не рожать, блять. Мне на тебя положить хуй огромный, понял, блять? Чё, блядь? Это рулетка, блядь, что у меня тут с башкой? Я в ахуе, блядь. Что за инвулит? Привет! Что с ебалом, блядь? Я как будто из задницы обезьяны какой-то вылез, блядь. Что со мной, блядь? Что это за пиздец, блядь, сейчас был? А, они умерли, что ли? Ради тебя. Спасибо, солнышко. Эх, были времена, блядь. Как хорошо иметь друзей, как мазелов, которые помогут в трудный момент. Ты чё? А помощь-то где, блядь? Мазелов, блядь. Я сижу, смотрю кампус, но так хочется сказать, что Мазелов долбоеб. А это вот это вот после этого... Господи. Как одеваются те, кто не шарят. Ну ты... Хес каждый раз, когда подходит к зеркалу. Бля, хуже некуда просто, ниже некуда. Это же, это, блядь, позорище ебаное. Вот тут, кстати, по факту, вот реально. Я когда к зеркалу подхожу, именно так и реагирую. Спасибо за сабер. Господи, боже мой. Я хотел сказать, ебать прическа, но когда услышал голос... Да, ебать голос. Говно, жопа, пи***, говно, хуесос. Осуждаю, блядь. Что? Блять, сука, ну я ебал нахуй. Ну, какой, блядь, ебал, придумал эту хуйню добавить, блядь. Какая это была идея, нахуй? Это точно не моя, блядь, кто это? Кстати, может рулетку вернем, реально? Хуйню придумал вообще, блядь. Нет. Как нет? Ханжан за свою хуйню. Ебать круглый. Что у него? Что это такое, блядь? Он что, съел, блядь, шарик или что это? Или у него там бронежилет? Записали новый хит в моем большом
Или он куртку надел под эту, как ее, блядь, рубашка? А там подушка? Даже его уборщица. Любой 13-летний школьник сейчас. Ну-ка, стоп, 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 стоп. Мне похуй, я бы любой дал, даже его уборщица, мне поебать. Если, блядь, дракон зачешется, блядь, дракон в любой пещере будет. Это Абайма? Чё? 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 Какого фига, блядь? Я неделю вдябывал, блядь! Опа, казали! Опа! Я уважаю, блядь! Да! Блин, вот это ты умный! А как это ты так придумал-то? Ты сам? Ты программист? Что есть у тебя? Одно единственное, блядь. У тебя могут исчезнуть друзья, может исчезнуть семья, могут исчезнуть деньги. У тебя есть... Подожди, это же Мазелов. Почему у них фон одинаковый? Какой Бумыч? Ебать. А что с Мазеловым, блядь? У него как женщина появилась, сразу набрал в массе, блядь. Вот так обычно и происходит. Не у всех, кстати. Дед, ты в Гарлем перебрался или где у тебя новая хата? Нет, блядь, в Бронкс. Спасибо за 120 рублей, енот. Какой нахрен Гарлем? Че, вообще, что ли, ебнулся? А, это женщина его? А, ой. А-а-а, блядь. Они стримят в одной хате. Ага. Но, блядь, что по сути тебе на самом деле принадлежит, это твоя жизнь. И все, блядь. Нихуя себе сказал. Я не понял, блядь. Господи, что, блядь, у меня с еблом? Что, оно у меня всегда какое-то разное. Каждый раз я смотрю на свою морду и думаю, ёб твою мать, как это вообще люди терпят? В крафте знать невозможно, понимаешь, Татьяна? Благодаря блестящей политике Владимира Путина. Ага. Ее, кстати, уже забрали нахуй. Это ее последний был ТикТок. Пов, я смотрю 10 раз видео с Саболины, Доброкек, Твич Конторы, Твич FM, но с разными стримерами. Нахуй утопил телефон. Короче, пизда ему. Я думал, он непроницаемый. Да. Вот это вот говно ебаное на экране больше никогда в жизни у меня в руках не будет находиться. Ну так, а какая разница-то, я не понимаю. Ведь смысл-то не в видео, а в реакции стримеров. Все стримеры смотрят одно видео, но реагируют по-разному. А? Ля, ебать, вообще. Это я ему купил, блять, этот айфон, сука, радуется, сидит. Еще я помню на стримхате, да, да, да. Ну сказка. Ага, сказка, блядь. Кто взял-то? Кто купил, блядь? Девочки, после ЕГЭ, блин, так страшно было, у кого какой вариант был, а если по камеру увидеть, что списывало? Мы пихали камеру в жопу. Свет, блять. Мне не нравится этот аукцион. О, минус аниме. Мне нравится этот аукцион. О, господи, бля. Посмотрите на эти лица еще. Молодые. Совсем маленькие. Без аудитории. Вот. Не знающие, что будет завтра. Ебать, пиздюк. Я не знаю, у Жужо как-то так получилось резко повзрослеть, ну, в плане, типа, вот он здесь, как будто ему лет 14. Прошел год, ему как будто лет 30, блядь. Ох, ебать. Панический испуг. Я сделала тебя, я твой пластический хирург. Я, кстати, морально убит.
А я хочу корову, ну иметь в виду игру. Бля. Бля, ну вообще ничего смешного. Тут вырос до 9 класса. Утки этой не было раньше. По-пацански можно было заходить, съеб. Охранник за тобой бежал. Вон до той арки охранник бежал. Слышишь, можешь дату там зафиксировать. Ага. Сделал. Мы бухали водки, я же говорю, мы бухали водку по жести. Ух, ебаа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 аa Не дай бог такой литр. Так, отлично. Неплохая нарезка, поздравляю, Доброкек. В этот раз у тебя получилось нормально сделать. Так,